День рождения 29 июня. Какой знак зодиака, характер детей и взрослых, имена? Подпишись на рассылку гороскопа еженедельно. Получайте гороскоп для своего знака, нажимая на кнопку. Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Рожденные 29 июня. Значение дня рождения. В данный период энергия, которую посылают планеты-покровители своим подопечным, катализирует все положительные качества их характера. Они знают себе цену, поэтому всегда ориентированы на высокие цели, но при этом очень доброжелательны и милы. Умение нравиться другим и привлекать к себе внимание – это то, чем с лихвой наделил знак зодиака людей, рожденных 29 июня. У них непременно есть какая-нибудь фантастическая мечта, на воплощение которой они будут расходовать огромную долю своего времени и жизненных сил. Вместе с тем материальное благополучие будет неизменно им сопутствовать. Они очень ответственно и щепетильно подходят ко всему, что делают, но со стороны будет казаться, что их успехи и феноменальные достижения приходят к ним сами собою. Удача и везение будут неизменно сопутствовать вам, ведь вы рождены были 29 июня, знак зодиака, и у вас рак, который заботится о том, чтобы все ваши дела спорились, а задуманное благополучно воплощалось в жизнь, наделяя вас при этом и усердием, и целеустремленностью. По-вашему, влияние знака зодиака заметно поведение людей, рожденных в этот день? Это влияние слабо выражено, конечно, 29 июня, влияние знака рак наделенное неординарными творческими способностями и аналитическим мышлением, рожденные 29 июня просто обречены на успех в сфере искусства, литературы или журналистики. Вообще, любая деятельность будет приносить им не только моральное удовлетворение, но и немалую материальную выгоду. Вместе с тем это не избавляет их от болезненной зависимости от чужого мнения и оценок. Они просто не способны адекватно воспринимать критические замечания в свой адрес. Стараются ставить перед собой только глобальные и значительные цели. Особой, родившейся 29 июня, знак зодиака внушает им, что таким образом можно не только самосовершенствоваться, но и мир вокруг сделать намного лучше. Этому способствует их активная жизненная позиция, энергичность и жизнерадостность там, где они, жизнь всегда бьет ключом. Окружающим трудно понять, что в действительности на уме у раков, которые родились 29 июня. Ведь они не открывают кому-то серьезные взгляды на жизнь и истинные намерения, отчего нередко слывут особыми беззаботными и даже инфантильными, которым все жизненные блага сами плывут в руки. Но на самом деле они очень серьезны и ответственны, умеют зарабатывать деньги и грамотно ими распоряжаться. А главное, они могут работать в коллективе и не жалеют сил для достижения каких-то общих интересов. 29 июня родилась певица Николь Шерзингер. 29 июня 1978 года появилась на свет одна из ярчайших представительниц американского шоу. Бизнеса, профессиональный хореограф, киноактриса и фотомодель, неординарная вокалистка, которая сама пишет себе песни и занимается продюсированием, Николь Шерзингер. Изначально она работала на бэк-вокале, а в 2001 году решила попробовать себя в талант-шоу, благодаря и участию в котором была принята в довольно успешный девичий коллектив Eden's Crush. Но по-настоящему знаменитой она стала в составе The Pussycat Dolls. Можете ли вы назвать этого человека типичным представителем данного знака зодиака?